Предпринимательский дух – это когда вы ломаете сложившиеся закономерности, когда вы находите что-то новое, делаете что-то новое, когда вы выступаете вперед. А здесь очень опасно выступать вперед. Так что, если Россия хочет произвести значительные изменения в экономике, она должна изменить свою управленческую культуру. Вот и все. К этому все и сводится. Изменить управленческую культуру.